Реально, вот как только я слышу звуки игры, у меня сразу начинается какой-то триггер. Коллеги, здравствуйте, приветствую всех коллег с YouTube, приветствую всех коллег с Twitch. Продолжаем играть DC1, DLC в DC1. И продолжаем записывать гайды. Просто я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел. Пока что нормально, раздаем пизды, даже не получаем урона. Блять, первый урон. Ох ты ж, блядь, как ты ёбнул в нахуй почти на всё хп. Это типа ты попрал в прошлое, ага. Ёбаный в рот, а ты и так можешь сделать. Все хорошо, буду знать. Так. Заросли фиолетового мха. Ебать там сколько разбойников. Так. Нормально, это предвидели мы. Пу-пу-пу-пу-пум. Блять, а вас всех пиздить, конечно, дело-то такое. Ладно. Зачистим быстренько локацию, чтобы посмотреть. Ой, ты ж... Ой, как вы заебали, а! А, хорошо, что вы хотя бы с одного удара ебашитесь. Ёбаный в рот! Охуенно начали. Сука, у меня даже... Ладно, похуй. Да не, ну пиздец, там столько хп было. Это ты еще не помнишь, что 100к душ не забрал с прошлого стрима? У меня не было 100к душ. Хуйню какую-то говоришь. Если тэпнуть на костер ведьма хаоса, то там паучиха улучшит вам эстус. Да? Так, куда? Если ведьма хаоса, да? Стоит мне восстанавливать огонь в этом самом? Или я не могу огонь восстановить в храме огня? А, похуй уже, ну все, усиливаем. Все, флягу усилим. А еще могу усилить? Бля, нету больше. Так, перенестись. Кристальный грот, вроде оно. Бля, не, нихуя не кристальный грот. Святилище Олачили, все, Олачили. Спасибо, спасибо, спасибо. Бля, как хорошо такие игры проходить с чатом. Ну, с одной стороны хорошо, а с другой стороны не очень. Потому что столько токсичности. Конечно, выслушиваешь. Но с другой стороны и помощи тоже много. Бля, заново, конечно, идти и башиться со всеми этими вражинами. Бля, надо зеленую хуйню прокачать на самом деле. Выносливость. Не, ну вниз я прыгать не буду. Наручи стражи. Бля, или буду, или я умру, если вниз прыгну. Бля, мне так впадлу заново бежать будет. Ладно, похуй, посмотрим. Да, бля, почему я здесь-то? Все, погнали, 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 погнали. Все, сейчас реально серьезный траль. Блять, траль, челечель. Серьезный трай в челечеле. Вы сейчас ебанетесь, чат. Вот сейчас реально просто, ну, хардкор. Просто как пройти Dark Souls? Кузьма 671 Games, гуглите прямо сейчас. Вот сейчас. Вот сейчас. Да, блять. Вот сейчас, 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 сейчас. Так, сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Да что же? Нет, нет. Да какого хуя? Вот сейчас. Нет.
Пау! Нормально. Идем. Все. Гайд начался. Прямо сейчас. Все, что было до, это была просто прелюдия. Мы занимались легким петингом и обменами слюн. Изо рта в рот. Не путать Ивана Золовские трусы в трусы. Вот сейчас у нас трусы в трусы, блядь, начинаются. Да ох ты ж! Вот по-любому, да, гопников приведешь? Мы сейчас ебанемся, Никит. Конечно. Бля, ебать их там охуеть! Блять, вы рофлите? А, стоп! Все, гейммастерский мув! Вот это просто тактика, нахуй, бесконтактного боя. Все, иди нахуй. Ебать. Так, хорошо. Но, конечно, половина хилок уже не осталось. Но с другой стороны, мы расчистили поляну. Дальше мы можем начать делать грязь. Ой, блядь. А! Так что он затерпело? Я слышу шаги. Блин, у меня титанит вообще не всрался. Ебать! Вот это я акробат. Берегись ноги. А, нам это нипочем. Бля, ну я честно вам скажу, я так не люблю подобного рода локации. Где все вот сливается в одно. Заросли цветущего мха. Похоже на название панк-группы. Бля, самое крутое название панк-группы, которое я слышал. Эта группа реально существует. Звучит так. Кобыла и трупоглазая жаба искали цезию, нашли поздно вечером. Цветущего мха. Вот, бля, там какое-то такое название и было, на самом деле. Ой, я уже запутался, блядь. Откуда я пришел? Куда я иду? Ладно, похуй. Там походим, разберемся. Бля, ну версия, наверное, мне вот туда идти на... Ой-ой-ой-ой-ой, ящерка, ящерка, ящерка. Ну ты байтишь, сука, а, на себя. Ладно, хуй с этой ящеркой. Во, да, кобыла и трупоглазые жабы искали цезей и нашли поздно утром свистящего хна, да. У них была песня про куропаток. Там текст был еще такой шизовый, типа «Я бы хотел снять документальный фильм про куропаток. Хоть он будет краток, зато он будет про куропаток». Ну там вот все песни подобного рода были. Но мне понравилась эта группа, интересная была. Вроде она даже до сих пор существует. Я их в 2015-м слушал, шиза еще та, да. Оп. Бля, какие же вы крепкие, я хуею, блядь.
Не успеешь ты свою хуйню кастануть. Мерцающий титанит. Что это? Да, нет? Так, ага. Там Басецкий. Удачи, да, там Басецкий. Проблема в том, что я вообще нифига не помню, как я шел сюда. Мне бы какой-то шоркат сюда бы. Хоть что-то. Шоркат есть через мост. Какой-то клоун. Дай догадаюсь. Тебя схватили и утащили в прошлое? Да. Да, конечно, со мной случилось то же самое. Мы оба чужаки в чужой стране. Но нас, по крайней мере, теперь двое. Купить предмет. Чё ты продаёшь? Так, учитывая, что ты продаёшь вот эту срань противоотравления, такое чувство, что имеет смысл у тебя её закупить. Так, я понял, ага, ага, хорошо. А он теперь у меня навсегда активировался или не навсегда? Мне типа не нужно будет идти дохерища времени назад. Навсегда, все, слава богу. Удачи, береги свирепый враг, печаль впереди. Ой, блядь, да ладно. Сейчас, блядь, с трех траев нахуй убьем. Даже с ферст трая. Да чё ты, бля, больше... Это шоу. Ты больше делаешь это шоу, чем ты есть на самом деле. Ты шоумен. Так. Все, все паттерны атак изучены. Понятно, как уклоняться. И прямо сейчас мы этого босса пройдем с First Try. Запомните этот вид, чат. И я бы на вашем случае, вот прямо сейчас, что бы я сделал, да? Я бы взял бы телефончик, сделал бы селфи. Потому что прямо сейчас ваши ебалы изменятся. Просто реально переживаю, рили переживаю только из-за вас. Потому что ваши же друзья будут у вас спрашивать, типа, а чё у вас ебало? Ну хотя бы идти далеко не надо, это радует. Не, ну все равно идти надо. Но это было бы проблемой, если бы мы планировали бы проходить долго этого босса. Но мы планируем его пройти с этого трая. Ладно, я сказал, три трая будет. Вот сейчас, третий трай, ему пизда. Вот это 100%. Пойду трилогию «Властелин колец» посмотрю, пока он трает. Друг, я тебе могу это рассказать вкратце. Фродо сказали ебануть в кольцо, и в конце Фродо ебашит кольцо. Я тебе рассказал весь «Властелин колец». В принципе, вот столько же займет у меня победа сейчас над этим боссом. Скриньте. Давай! Давай, 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 давай! Блять. Так, ХП есть. Блять, ХП нет. Так. Так, здесь лучше просто отойти. Ёбаный
Ебать, у него рейндж. Пиздец, но я даже встать не успел, я бы даже не успел уклониться. Сбивай его баф, когда он заряжается. Так нет, ну а как сбивать его баф, если он заряжается? Я же умру сразу. Ты же гайдер, ты нам скажи. Ну я честно сказать, ну вот он заряжается, а что это ему дает? Он сильнее бьет от этого или быстрее? Да пиздец, ну блядь, ну как же хит? Нет! Ебать. Блять, зажали. Нет. Бля, не. Ебать! Так, мне... Хуй с ним, заряжайся! Блять, пожадничал, я пожадничал, сука, я пожадничал, надо было увернуться. Бля, я пожадничал, нахуй я это сделал, ой, блять. Я просто пожадничал. Я думал, блядь, ну успею еще одну тычку сделать, а не успел зарядиться. Сильвестр Сталлоне, 100 рублей. Совсем не важно, как ты уваришь, а ударишь или варишь все-таки, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди. Если с испугу не свернешь, только так побеждают, если знаешь, чего ты стоишь. Бля, ебаный Сильвестр Сталлоне, иди ты нахуй, короче, с своими советами, блядь. Нет. Охуенно, блядь. Блять, ну дай отхилиться. Человек с футболкой сегодня будет? Да нет. Блять, у меня одну тычку на этом боссе ебучем оставалось сделать. Ребят, это 6-й трай только. Илья Феликсович приходит на трай другого рода. Илья Феликсович к нам еще не пришел. Так, ладно, хорошо. Сейчас 100% надо побеждать. Босс несложный. На самом деле. В нем нету нюансов. Просто надо от него уворачиваться и все. Най, блять. Не могу, не. Да сука, и бля, вообще по нему не попасть теперь. О! Так. Как по мне, вообще, бля, несложный босс.
Вот реально, я не знаю, там какой-то чел писал, что это топ-2 босс по сложности, но как по мне, нет. Первый это вот 100% два говнюка, вот это были бы, это просто какой-то, блядь, такой босс был, душнявый-придушнявый. На втором месте, я даже не помню, какой вот босс на втором месте, но либо вот тот скелет из склепов был, тоже раздражающий пиздец, и еще кто-то. Ну, ночная бабочка, она несложная была. Она была заёбная и неинтересная. Фух, так, ну костерчик зато есть. Ну, кстати, да, Гаргулий неприятный босс был. Один из самых первых. Так, ну, вот что-то было тут. Битва за стоицизм проходит только в сети. Дуэли, битва один на один. Покидай зал. Установите пароль, чтобы выбрать только определенное. А, это, видимо, какая-то PvP, да, срань? Восславь солнце. Нет. Не хочу. Есть такая кнопочка в 12 на клавиатуре. Принтскрин называется. Можешь нажать после очередного трея и посмотреть, что с фейсом у гражданина в левом нижнем углу должно измениться. Так, окей. Пока что мне подсказывает интуиция хуярить вот сюда. Блять. Злой дух Факинг Скуф. Вот он, блять. Так, а есть добрый дух Дыбенко? Так, все, добрый дух Дыбенко. Все, не я твой враг, вот, иди сражайся с этим. Все, отъебись от меня. Где, а где добрый дух Дыбенко? А, во-во-во-во-во-во-во-во-во. Давайте, блядь. Нихуя себе! Блядь, Дыбенко, как же ты проигрываешь? С одной тычки. А где он? Блядь, что, реально все? Да. Я ожидал большего. Пиздец. Все, сегодня злая суть победила. Даже доброго духа Дыбенко. А он, как я понимаю, вообще в полном сете хавила, да? В том числе и оружие у него. Бля, у меня на самом деле столько этих титанитов. Как весело и приятно! Дыбенко, простите, подскользнулся на банановой кожуре, как типичный клоун. Кстати, помните, в Южном парке в серии про Warcraft был злой задрот, который всем мешал играть. Мы помним, как он закончил. Ну нет, слушай, я тебе так скажу, Дыбенко. В принципе, темная душа Скуфа, она... Мне кажется, вас вообще неправильно определять в рамках морали какой-то, что кто-то добрый, кто-то недобрый. Ой, как эта хуйня ебашит сильно? Ну как она, блядь, так много хп сносит за раз? А я знаю, как, блядь, Бабадзаки подкрутил, сука, блядь. Ой, ужас какой.
Душа отважного воина. Это про нас. Так, ладно. Что, есть ништячок какой-то? Ага, вот так вот можно пройти еще. А можно пройти вот так вот. Так. Мне кажется, я знаю, что это такое. Берегись, странная тварь. Нормально, у нас тоже есть способ. Знак, отлично. Нет! Жадность, сука! Так, вот теперь, блядь, не до смеха. Вот эта хуйня... Ой. Ебать, у него эта хуйня быстро летит, конечно. Нормально. Бля, у него всегда прям настолько яркие, ярко-красные глаза. Или нет? Ага, бля, вот откуда ты. Хорни Скуф, отныне и навсегда дыбенка, ему подумай подсказчики за лупоеда. Ник, ты, конечно, слабый, но мужик ничего. Мусор, что дал, остался у меня в кровати от мамы мешок из чата, ебал в рот антиэмпатия. Очень злой Скуф, очень злой. Так, ну тебя методом Гридина надо. Щущищ, блядь, ебануться. Нормально. Бля, и там ведьма ебучая. Так, ладно, надо сбайтить как-то вас. Хотя бы несколько челов. Вот так вот, ага. Погнали, погнали, погнали! Ну, пиздец. Так, ладно, духота, блядь, начинается. Я вот задушил, уже начинаю душиться, блядь, с этой Локи. Мне бесит, что я не понимаю, как задоджить вообще эту атаку можно. Она такая быстрая, она тебя сваливает, и потом следом летит сразу вторая. Господи, ну как, какая хуйня, блядь, а? Какая ж хуйня, пиздец. Блядь, кал говна нахуй, а не локация. Блядь, кал говна нахуй, а не локация. Блядь, кал говна, а не локация. Блядь, кал говна, а не локация. Ой-ой-ой-ой-ой. Ебать, она самонаводящаяся еще. Бля, как же туда... Так, ладно. Видно, пришло время надеть броню, и правда. Если это как-то поможет, я согласен.
О, господи. Какая жесть, блядь. Какая жесть. Так. И мне вообще похуй, да, на твою, на твой прокаст? Да, мне вообще срать. Бля, надо было, вот честно я вам скажу, надо было не ебать себе мозги проходить всю игру в доспехах. Ну не, в некоторых моментах, я помню, доспехи кальные мне оказались. Прям максимально бесполезные. Бля, а ты там стоишь наверху. Бля, и как же тебя... А, ну может как-то, да, вот так вот. Ну да, наверное, как-то вот так вот. Блять, или нет? Нужно прыжки. Ой, какой ужас, блять! Увидишь балкончик с камином, прыгай в сторону камина, там ключ, который тебе нужен. Как я понимаю, речь идет про... Вот где было написано, нужно прыжки, да? Я... А, все, вот сюда идти, все понял. Блять, 3 фляги с эстусом осталось всего. А локации, блять, пока что ни конца, ни края не видно. Так, стоп. Стоп. Уже, блять, залипалово какое-то началось. Уже... Началось какое-то прям залипало конкретно. Пу-пу-пу, вот как же мне сюда. А, ну может мне отсюда разогнаться? Бей свет. Так, ну у меня осталось последнее, блядь. Типа, вы думаете, обычный кувырок ебануть надо и все? Ну да, наверное, так оно и есть. Еретик. Ага. Узорный ключ. Ну, конечно, блядь. Ну, я вот даже... Я на автомате понял, что какая-то хуйня вот будет там стоять. Я прям это предвидел. Так, вот тут вот нужен свет. Свет прямо буквально свет? Фонарь сойдет? Или я не совсем понял игру? Все, череп, фонарь. Оу, секрет. Обломок кротитанита. Окей. Ладно. Бля, уже реально голова пухнет. Я не помню, в какой я был локе. А, ну вроде как мне вот сюда. Все. Окей, добро.
Вот здесь я не был, да. Бля, вот бы какой-нибудь шорка... Опа. Добрый вечер, я диспетчер. Неужели это оно? О, господи, как хорошо, что это ебучий шоркат. Ебать. Так, не-не-не, тут... Тут по-любому 20 эстусов нужно сделать. А, блядь, нет, не сделать. По крайней мере, не с таким. А хотя у меня есть человечность немножко. Помню про ключ. Я помню про ключ, но чё, а мне сейчас идти, что ли, прямо? Там же еще локация продолжается. Как я понимаю, там тоже будет босс какой-то в конце. Поэтому давайте с боссом, который сейчас есть, и потом пойдем к боссу, который вот... А я на вас, придурков, могу? Вообще, хер положить и просто съебать. Бля, еще локация, знаете, она дискомфорт вызывает, что вот эти... Хуйни постоянно смеются. И это немножко добавляет вот в огонь шизы. Так, нормально. Так, а это что такое? А, это просто отравление. Странная тварь впереди. Так, а это ты босс или не босс? Что ты? Да, вынужден согласиться, это действительно странная тварь. И она действительно была впереди. Так. Ну конечно, блять, классический Бабадзаки, нахуй. Вызываешь лифт, и тебе сразу бьет вражины в ебало. Если ты думаешь там, ой, я немножко расслабился, немножко я расслабился... Такие вайбы, блядь. Нет, нет. Не расслабляйся, долбоем, блядь. Это опять темная локация. Так, хорошо. Ущелье бездны. Как же заебал, блядь. И на толпу врагов ты... Не, не бежишь. О. Ну ладно, это не такая жесть, когда я в темноте проходил 2 часа или сколько, 3, ту темную локу. Хотя бы сейчас мы как-то готовы к подобному пиздецу. Слушайте, а реально пишут, что в смуте сделали все-таки возможность перекреститься перед храмом? Человечность? Да. Эта хуйня будет меня атаковать?
Ебать, я уж думал все. Бля, снова Скуф, ты пришел, да? Не избежать отчаяния. Темная душа Скуф побеждена. Блять, 23 тысячи душ мне дали. За то, что он видимо, ёбнулся, просто упал. Опа-на. Так, и откуда этот шорткат идет? Королевский лес. А, я понял. Окей. Окей, я понял. Там иллюзионная стена, где надпись «Не избежать отчаяния». Действительно. Блин, ну вообще такое чувство по логике напрашивается, что эти души можно было, ну, можно пофармить. Но пофармить их нельзя. Может, из-за того, что у меня есть человечность? Так. О, проснулся. Большой щит искупления. Ага. Так, хорошо. Вот мы проходили мимо стены. Мимо стены мы просто... Ладно, хуй с ним. Ну, видно, вниз надо идти. Если бы после этого пошел к боссу Сифу, то он тебя узнал бы. А, наконец-то фармится. Черное пламя. Так, а здесь вообще что-то есть-то? Или что я сюда приперся-то? Здесь нихуя нету. А тут тоже нихуя нету. Бля, уже голова начинает, честно, побаливать немного.
Я честно вам скажу, мне уже физически плохо играть в эту игру. Двойная человечность. Ага. Хотя бы дошли практически. Но честно сказать, прямо очень в случае чего долго идти до этого босса потом будет. Фух. Так, ну чё. Это, как я понимаю, босс. Это невыносимо. Ну, учитывая, что это босс, тут 100% надо снять все вот это лишнее. Надень кольцо жертвы. А почему кольцо? А у меня есть кольцо жертвы? А у меня его нет, я проебал его. Бездарно, блядь. К сожалению, нету. Посмотрим. Блять, а хп я у него отнимаю. Я ничего не понял. Хп я у него отнимаю вообще полную хуйню. Так, ну чё, попробовать сет Хавла одеть. И говорите, что если увеличит количество переносимого снаряжения, да, то нормальные будут увороты. Ну так себе, блять, увороты, честно сказать. Ник, иди к костру после Арториаса. Бля, к нему... Нет, то что... Бля, короче. Ну бля, тогда человечность надо жрать. Чтобы на нем было-то нормальное количество эстосов. Опа. Это же ты. Душа человека, что пал здесь. Он был моим другом. Я хочу помянуть его и вернуть его душу. Не желаешь ли ты отдать кольцо мне? Душа Арториаса. Отдать? Ну, держи. Спасибо, я не забуду твоей доброты. Пожалуйста, возьми, мне это больше не нужно. Темный серебряный след, золотой след. Окей, да храни тебя повелитель. Так, окей. А, не, все в порядке, да-да-да, это тот костер, который нужен. Может оружие обмазать? А у меня вроде оно не мажется, если не ошибаюсь. Я не могу его использовать. Пиздец. Встал помазать оружие, называется. Я не могу, да, его использовать. Ебать! Не, слушайте, он сносит меня.
Так. Пиздец. Я ничего не вижу. Я вот понимаю, меня пиздит сейчас. Нормально так. Ой, бля, еще так долго идти. Бля, это самое бесячее в этой игре. Не, даже в третьем Dark Souls вроде не было такой заебы. Было, но не в такой мере, как в этой игре. Но я вам честно скажу, вот это... Этот Dark Souls я бы никогда бы в жизни не стал бы перепроходить. Вообще бы никогда. Для меня прям слишком много калечных моментов. То есть прямо духоты на квадратный метр гораздо больше, чем... Я играл в Bloodborne, в третий Dark Souls, в Elden Ring. Но Elden Ring хотя бы, блядь, там наконец-таки он пришел к тому, чтобы поставить эти костры напротив боссов. Это не сделало игру хуже. Это реально закрыло очень много проблем игры. Там ты подыхаешь гораздо чаще, чем в первом Dark Souls. Вот, кстати, реально, в Elden Ring я, наверное, за вот... То короткое прохождение, которое успел поиграть, сдох. Сдох гораздо больше, чем за все время прохождения первого Dark Souls. Ах, блять, нет, подловил все-таки. Ох ты же, блядь, вот это атака. Так, понятно, новая реальность. У босса есть вторая фаза. Пиздец. Ебать, как он просто пулеметом, блядь, становится из атак. Ой-о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 й.
Нормально. Душа Мануса. Бля, мне бы... Мои бы души собрать было бы хорош. 10 человечности ебануться! Несложный босс, короче. И 120 тысяч душ. Нужно грешник. Получилось. Тьма. Получилось. Разжечь костер. Фига себе несложно. Так с третьего трая мы его прошли. Так, хорошо. Выносливость... Бля, вот думаю, может вообще угарнуть и на 3 выносливость прокачать. Просто, честно сказать, выносливость самый пока что ебаный параметр. ХП вроде дохуя, поэтому выносливость ебану. Так, окей. Ну, получается, чё? Получается, нам теперь идти в... Как это срань называется? Посёлок Алачель, да? Что? У нас гости. Должно быть, Арториас свободен благодаря тебе. Он мой старый друг, и я благодарю тебя. Он покинул этот мир с незапятнанной честью. Боюсь, я мало чем смогу помочь. Так, что у тебя купить? Может, навозный пирог? Да, хуйню одну, блядь. Ну ладно, прощай, человек. Живи свою жизнь, как считаешь правильным. Ты опять здесь, ты странное существо. Если хочешь следовать земле, берегись черного дракона. Боюсь, что тебя не одолеть это чудовище. Прощай, человек. Живи свою жизнь, как считаешь правильным. Так я не понимаю, а не тут, что ли, босс, да? На полянке, где стоит NPC в шляпе, там есть спуск вниз, там босс. Все, я понял, спасибо. У тебя на выбор 4 босса. Дракон это в башню Апачеля, демон это в самую первую локу присыла в картине Анал Родео. И ласт босс. Так присылу мы убивали. Дубенко, Струбль, Никитович, помните, в DS3 у меня с вами стоялся мемный онлайн босс-файт в финале. Это шанс университет упущен, захотите в зал стоицизма, скуф, а тебе кусок пирога. Да нет, Дубенко, я в соло прохожу. Так-то, если бы я заколил, что мне нужна помощь в прохождении, я думаю, что очень много бы желающих бы оказалось. Вот в это ущелье вниз, да? Вот в это, которое прямо? А дракон здесь будет сразу или побегать придет сейчас по локе? Хуйней пострадать. Первый раз босс будет бессмертен, нужно увидеться с ним, потом вернуться к великану. Все, спасибо. Душа отважного воина, душа героя. Душа отважного воина. А, я понял. Так, ну как я понимаю, это не баг, а фича. Ща, я вот эту штуку только возьму и все, и сразу съебнусь. Нет, 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 где, 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 косточка, возвращ... Ну ладно, у меня 2000 душ, в принципе, не важно. Так, а мне кольцо, да, какое-то дали? Не, не дали. А, ну я понял, как бы мы с этим челом будем договариваться, он, наверное, его подстрелит. Он упадет, и мы сможем с ним ебашиться. Моя версия такова. Доброе утро. Ты в плену у черного дракона? Ну да. Так я и думал. Его зовут Каламит. Очень свирепый дракон. Даже могучий Анор Лондо не смел гневить его. Добром это не кончится, но...
Ты будешь сражаться до самого конца, так? Да. Ха-ха-ха. Хорошо, смело всегда сопровождает безрассудство, ты мне нравишься. Я у тебя в долгу за твою службу Арториусу, а теперь смотри, как Гог сражается с драконами. Круто. Ага, надо было еще выстрел более меткого. Эта летучая мышь переросток получила свое. Остальное в твоих руках, я жду хороших новостей. А, битва с драконами, главное призвание рыцаря. Ага. Блять, опять бегать. Ня нахуй! Неужели Манус отлетел так быстро? А кто такой Манус? Если ты про ту хуйню в бездне, то да. С трех траев. Да вообще мы быстро боссов проходим в этом DLC. Я думал, что гораздо дольше будем, ну, застрянем. Осторожно, слова впереди. Требуется букварь, и тогда прочтение. Вот, бля, вот прикиньте, вот ебаный Миядзаки сюда собак расположил. Вот три собаки. Это не долгая лока. Это просто, чтобы, типа, побесить, блять. Вот просто. Ну, чтобы тебе было пораздраженнее, немножко хп потерять стоит. Около собак самую малость, блять. Ни для чего. Просто так. Прикол. Вот просто так их нахуй расположить. Не избежать дракон. Дивный капкан впереди. Хвост впереди. Так, есть лестница. Это хорошо. Удачи. Спасибо. Ну, погнали, бля. Так, ну надо хотя бы один удар. Дай мне хотя бы один удар. На, сделал, блядь. Так, попробуем старой тактикой. Бля, или с доспехом хавал. Ну, бля, просто мне кажется, меня дракон очень быстро ёбнет. Без доспехов вообще, если я буду. Посмотрим. Ух ты ж. Без доспехов эта хуйня мне вообще пол хп, да, сносит за раз. Да, это минус. Thank you.
Но с другой стороны, я хотя бы могу уворачиваться от его атаки. На данный момент результат лучше, чем с доспехами. Просто бей, уклоняйся. Спасибо, ребят, спасибо, спасибо. Я не знаю, как бы я вообще без ваших советов бы справился. Короче, хуй знает даже, какое здесь правильное решение, с доспехами или без. Потому что, конечно, наносит он гораздо больше урона, когда ты без доспехов. Но с другой стороны, по крайней мере, от его атак гораздо легче уворачиваться. Оденься, дочь Рехауса, его дочь, его огонь, урон магии наносит. Так и меня огонь не кошмарит, меня его атаки скорее кошмарят физически. Так. Так. Я вообще не понимаю, где я. Меня раздражает, что мне снова надо бежать. Сука, меня это выбешивает, пиздец. Не, все-таки реально, лучшая игра Бабадзаки — это ебаный Elden Ring. Какой кошмар, какой кошмар! Алекс, я приветствую всех Алекс Твича, залпом смотрю, чем вы занимались последний год на этом канале, чистейшее удовольствие, удачи и поменьше горения. Спасибо большое, Йохан. Но я должен отдать должное Миядзаки, конечно же, он себе не изменил с момента начала игры. Вот я тут, конечно, душню на все это. И я душню ровно-равномерно на протяжении всех стримов, что мы проходим первый Dark Souls. Не было еще стрима, когда, ну, прям все было, знаете, легко. Так. Блять, так, таргет, таргет, таргет.
Ой, как мне это не нравится. Нормально. Ты умер точно? Ты точно умер? Ты точно, блядь, умер? Ты кончил? Я кончил. Кринж. Это реально кринж. Так, ну чё, получается DLC все? Мы прошли DLC? Или что? Это пройденное у нас DLC? Получение двойного урона? Ой, бля. Нет, стоп, ну-ка, кольцо без бедствий. Это получение двойного урона, ну-ка. Это я получаю двойной урон или нет? Тебя будут бить больнее? Я хуею, конечно. Бля, ну это реально игра-прикол. Просто игра-прикол, охуеть. Вернись в самое начало, где была Химера, там прикол? Да я не знаю. Теперь у нас выбор между демоном в начальной локации. Так, хорошо, то есть получается, куда нам теперь? В храм огня или чё? Новый уровень. Давайте здоровье повысим. Я бы на самом деле ёбнул финального босса и закончил бы уже игру. Я вам честно скажу, я от нее устал, вот прям откровенно устал. Типа, если это быстро, то давайте закончим уже сегодня Dark Souls реально. Окей, хорошо, как мне идти тогда к финальному боссу отсюда? Но он спит. Нет, я в порядке. Здоров и бодро, если не какой-то старый змей. Во. Я рад тебя видеть, должен здоровье. Что-то стряслось? Ага, можно ему скормить что-то. Прощай. А, просто вниз прыгать, да? Ага. Так, поднести души к чаше. Так, вот на. Души. Ага, я просто сюда пойду и все, начнется. Так, я понял, окей. Но у меня 20 эстусов. Берегись, смерть. Берегись, рыцарь. Это невыносимо. Не избежать лжец. Кстати говоря, знаете, немножко похоже Лока на финального босса в DLC к третьему Dark Souls. Падение впереди. Ага, да-да-да. Давай, уступаю. Ну, я рад, что ты просто принял свою смерть. Не пришлось тратить лишнее время.
Так, так, так. Бля, я соскучился по М-кругу. Бля, чтобы вы понимали, это просто типа парнишка рандомный из сервака. То есть он вот... вообще не планировал, что он будет со мной путешествовать все время. Просто чел сделал пару веселых отыгрышей. Ух ты! Так, все, обломок белого титанита, ну чё? Бля, надеюсь, я правильно иду. Вроде да. Ну что, вот он, да? Здесь. Нужна надежда. Так, угу. Блять. Ну почти. Никита, ты пешеста сбить на другую кнопку, да я понимаю. Так, ну окей, хорошо, я понял. А то, что он вот не представлен как предыдущие боссами, боссы каким-то, какой-нибудь катсценой, это типа, ну, это фича. То есть в этом и смысл, что вроде это эпичный босс, и ты ожидаешь, что сейчас будет какая-то супер эпичная катсцена. Блин, только этих придурков заново намочить нужно, этого я вот за это, честно сказать, немножко переживал. Заново бежать. Заново бежать. Заново бежать. Не, в пизду этих двух боссов. В пизду. Я не жалею, что их нет. Я просто не-не-не, я не выдержу. Я не выдержу. Нахуй это надо. Как это уебански, блять, придумано? Это база. Очень эмпатичная музыка, да? Мишандристан, да. Просто вперед! Просто вперед!
Это подняться! Подняться надо! Гена, не надо! А, блядь! Подняться! Просто подняться! Просто подняться! Господи, мне опять к тебе бежать, блядь, сколько можно, господи, какая духота ебаная. Пиздец. Да блять, опять нахуй, сука! Сука, просто симулятор питья Эстуса. Ебать, как же нахуй пиздец. Все, отпустите меня, темные души, пожалуйста. Я устал. Отпустите меня. Отпустите меня, пожалуйста. Отпустите меня. Пожалуйста. Пожалуйста, отпустите меня. Это невыносимо. О, господи. Ты пропускаешь локации, в которой есть мобы, у которых верхняя часть ворона, а нижняя часть голая женщина. Плюс у босса голые пяточки, визитная карточка Бабадзаки. Вот аноним, ты не поверишь, мне вот вообще плевать. Вот вообще просто все равно. Я этой шизе, который ты описал, насмотрелся, вот пока проходил всю эту игру. Я ее насмотрелся. Пророк Сенбай. Ядрич, большое спасибо за повод вернуться в игру. Жаль, что мы с вами не сразились в зале дуэли. Теперь мы можем встретиться только в Bloodborne, потому что в Elden Ring не те вторжения, а DS2 говно. Ну, я думаю, Дебенко, ты в любом случае, если мы когда-нибудь будем проходить Dark Souls и вернешься, и мы с тобой обязательно встретимся, мой друг. Так же, как и со злобным Скуфом. Ну, что сказать, ребят, честно, я остаюсь на своем. Вот эта игра просто, это квинтэссенция, блядь, духоты всех соусов, которые я играл. А это хуже Bloodborne, хуже DS3, это хуже Elden Ring. Это вот просто, ёпта, сгусток мазохизма какого-то. Эти далекие костры друг от друга. Бля, локации, мое почтение, просто. Одна локация охуительнее другой. Вот честно, я вот могу просто однозначно сказать, что, конечно, самая худшая хуйня это был этот склеп скелетов. Он будет мне сниться вот в кошмарах. Я еще ни разу не встречал в играх что-то вот душное наподобие этого. Ну только, знаете, типа что-то непроходимое из-за того, что херово это сделали. Ну как в смуте. То есть это вот духота вот для меня была лично на уровне духоты вот в смуте. За исключением вот этой локации, конечно, игра, она вот это строго на любителя. Строго кто хочет испытать свой...
Бля, я бы даже не сказал, что скилл, это реально вот, вот знаете, вот честно, вот эта игра, это реально испытание нервов. Вообще не про скилл вопрос. Тут все боссы валятся реально там, ну, с 5-7 трая. Какой-то босс может вызвать жопную боль, и ты реально будешь его там 20 траев или 30, я не помню. Какого-то босса я прям долго убивал, не помню какого из. Но в остальном, вот... Проблема этой игры, как по мне, это реально испытание не скилла, как Dark Souls 3 или Elden Ring. Это испытание твоей нервной системы. Насколько вот у тебя хватит крепости жопы это дальше проходить. Лунная бабочка — это просто... Лунная бабочка. С ее грацией. С ее медлительностью. Ой, я просто, я не понимаю. Может, я просто не понимаю. Знаете, блядь, я просто не понимаю. Честно вам скажу, это для меня реально это 6 из 10. Нет. Второй раз ты меня не затянешь. Это начало игры или это концовка? Что мы сейчас, что за мультик смотрим? А, это NG+. Все, вот просто единственная вещь, хорошо, единственная, которую хочу проверить, одну вещь. Одну вещь, мне просто интересно, смогу ли я босса с First Try ёбнуть. Вот того. Вот просто одну вещь я хочу проверить. Но я говорю про самого-самого первого, вот этого чела, который сейчас упадет. Он же падает, да? Или нет? Нормально, он пол хп сносит. Но как я понимаю, смысл НГ+, что... Типа просто мобы становятся... Ну... Короче, сильнее ебашут тебя, да? Больше хп отнимают. А, двойной урон, все, я понял. Ладно, это все, что я хотел узнать. Все, нет, прощай. Пока, Dark Souls. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я когда-нибудь вернулся в эту игру. Всем спасибо, кто был на стриме. Спасибо большое за донаты. Спасибо большое, GV, за 200 рублей. Спасибо, это было прекрасно. Спасибо большое, что смотрите. Ждем завтра вас на Майнкрафте. Обязательно покупайте подписку на Майнкрафт. Присоединяйтесь к нашему хорошему комьюнити. Всем спасибо. Всем пока.